самый распродажный каталог, да, потому что практически на каждой страничке такие шикарные скидки, такие шикарные распродажи. И давайте мы сейчас вот с вами быстренько пробегимся по страничкам нашего каталога. И я точно знаю, что вы уже многие сделали заказы, но очень хочется, чтобы моя презентация помогла вам еще определиться, с какими продуктами поработать в этом каталоге, да, потому что важность этих продуктов говорит сама за себя. Ну и первое, как всегда, о чем я хочу сказать, это все-таки наши уходы, да, потому что именно уходы, если вы научили пользоваться уходами своих клиентов, да, то они потом или станут вашими консультантами, или 100% на всю жизнь останутся вашими клиентами, потому что у нас лучшие уходы, да, и они у нас целенаправленные, и они у нас комплексные. То есть нельзя просто взять крем, намазать один, да, и получить тот результат, который мы хотим. И обратите внимание, конечно же, в нашем каталоге всегда есть брендовая серия, да, люксовая серия и серии, которые Optimals, но не менее популярные серии, да, и эти серии, они тоже очень хорошо действуют на нашу кожу, и особую вот такую вот отметочку я бы вам поставила в том, что, чтобы предлагать людям крема Optimals именно для осветления кожи, да, от пигментации серию. Эта серия, она уникальна, и здесь уже у меня тоже на нее много клиентов, но многие берут и дорогую серию, да, но некоторые все-таки еще и остались на своей любимой Optimals, потому что эта серия действительно защищает от пигментации. А посмотрите вот вокруг, да, на сегодняшний день пигментация усиливается, потому что солнышко очень яркое, ультрафиолетовое излучение очень опасно, и во многих, особенно вот 35-40, мы видим, как быстро появляется пигментация, особенно когда люди не ухаживают, да, то видно такое вот некрасивое пятнистое лицо. Поэтому эти серии 100% помогут. И сейчас рекомендуйте, потому что скидка на всю серию. Это очень важно, да, потому что люди не будут собирать 2-3 каталога, а сразу могут приобрести серию и сразу начать пользоваться, потому что уже яркое солнце, да. И следующее, на чем бы я хотела с вами остановиться, это, конечно, наши масла, да, потому что, ну, какая женщина не хочет иметь красивые, роскошные волосы? Конечно, каждая из нас хочет иметь красивые, роскошные волосы, да, и это всегда обращают взгляды на волосы окружающие, да, ну и, конечно, это все очень нравится мужчинам. Ну и самим очень приятно, когда волосы ухоженные, да, когда волосы красивые, легкие, шелковистые. И вы знаете, я вот уже несколько лет, как только, наверное, вышли, пользуюсь вот такими маслами. На данный момент я даже не знаю, какое у меня масло, потому что я их постоянно меняю. У меня еще есть и восстанавливающее сейчас вот в работе, так сказать, да. Знаете, вот когда-то я еще, не знаю, может быть, уже и была в Oriflame, но у нас масел не было. И когда я ходила к своему парикмахеру, один раз она мне нанесла на волосы. Я сначала как-то так думаю, ой, масло, сейчас жирная голова, да. Оказывается, нет, это все наши предрассудки. Формулы масел, они очень классные, они очень качественные, и они только несут хорошее для наших волос. И что вот хочу сказать, да, что вы видите, сейчас скидка довольно большая, 45% скидка на любое средство, да. Просто надо разобраться, каким маслом вы хотите пользоваться, зачем оно вам, да, какую проблему вы хотите решить со своими волосами. Потому что вот, допустим, среднее масло, да, восстанавливающее со спреем, многие его не поняли. А почему не? И знаете, как вот, если нам что-то непонятно, что мы сразу делаем? Мы говорим, ой, такая фигня, да? Оказывается, я, кстати, тоже первый раз, там же, думаю, спрей, я просто нанесла 2 раза, брызнула себе на волосы и получила очень жирные волосы. Естественно, дискомфорт, и пошла перемывать волосы заново. Но независимо, потому что тут спрей, да, во-первых, мы можем использовать как масочку, а во-вторых,
обертывание, да, перед мытьем волос и с массажем. А вообще вот тот же спрей я, допустим, брызгаю на руку одного или, ну, я, допустим, у меня волосы длинные, да, посмотрите, волосы очень ухоженные, нет стекущихся кончиков, да, и не знаю, мне очень нравится, хотя я постоянно крашу вот светлый цвет, да, и сама по себе у меня текстура волос очень сухая. И раньше, вот я помню свои волосы, я всегда, знаете, вот так было неприятно, вот эти секущиеся кончики, да, тусклые волосы. То сейчас, несмотря на то, что цвет светлый, да, многие боятся этого цвета, типа портить волосы, но с такими шикарными маслами можно все восстанавливать, да, иметь вот белые волосы, иметь живые. Поэтому вы в чате можете писать свои отзывы, да, кто уже брал масло, кто понравилось, кому какое понравилось. Но я вам скажу, были моих два любимых, как-то восстанавливающие сначала я не поняла, а потом вот когда разобралась, да, нашла за него, как правильно пользоваться, то теперь это тоже одно из моих любимых масел. И каждый раз я стараюсь менять, да, потому что, ну, действие разное, и, допустим, восстанавливающее, оно у меня всегда есть в наличии, потому что когда вот реально там или плойкой пользуешься, да, или там щипчиками для выравнивания, то, естественно, лучше нанести то масло. Давайте вот немножечко разберемся, да, по действию, какое масло, что нам несет, да. Так вот, первое масло, оно питательное, оно вот как раз и направлено против текущихся кончиков, да, чтобы восстанавливать вот именно секущиеся кончики, ну и, естественно, придавать блеск, здоровый вид волосам, да, и, ну, как я уже сказала, да, секущиеся кончики, они портят полностью весь волос. Особенно это касается длинных волос, потому что короткие постоянно состригают вот это вот все, да, а длинные, мы же их не стригем часто, и получается, они портят вот всю длину волос, и волосы кажутся безжизненными. Еще хочу сказать, что в чем меня привлекло, да, потому что я постоянно, вы видите, изучаю составы, ну, это, знаете, профессионально, потому что я бывший медработник, и это уже не искоренит, мне, ну, может, даже в какой-то степени нравится изучать составы, и потом вот понимать значимость вот этих крутых ингредиентов, и отсюда понимать, какую силу они нам дают, да. И здесь, что меня поразило, присутствует натуральное масло органа и натуральное масло розы. Ну, конечно же, корень репейника, потому что это тоже одно из таких хороших факторов для восстановления и лечения волос. И витамин F. Витамин F – это микс вообще-то всех масел, да, вот омега-3, омега-6 и омега-9. Вот представьте, какие шикарные составы в этих маслах. А органовое масло, оно по себе само очень дорогое. И оно растет на органовых деревьях, такие вот плоды, да. И плоды эти собираются раз в 2 года. Поэтому масло очень дорогое. И для того, чтобы получить вот 1 литр масла, надо использовать 30 килограмм плодов. Но ценность этого масла, она очень велика, и его еще называют маслом молодости. Поэтому органовое масло очень хорошо применяется в косметологии, и не только, да, и плюс, конечно, вот восстановление и молодости наших волос. А масло розы, хочу вам сказать, приравнивается к золоту. То есть масло, грамм розы стоит как грамм золота. Поэтому то, что содержится в наших флакончиках, это настолько ценные, ну, не препараты, да, а ингредиенты, да, что мы даже зачастую не придаем значения, не ценим это все. Я вам вот, ну, не то что призываю, да, рекомендую рассказывать вот такие истории про наши составы, да, про органовое масло, про масло розы, потому что и точно так же я вижу люди, которые в этом понимают толк, им только скажешь слово органное масло, они сразу же покупают, потому что уверены в чудодейственном действии этого масла. Ну и, конечно же, после использования волосы гладкие, шелковистые, да, следующее восстанавливающее масло, как я уже сказала, оно в виде спрея, вот оно посерединочке у нас, да,
И в чем преимущество восстанавливающего масла? Потому что вот как раз его и лучше всего применять, если вы пользуетесь всеми, скажем так, электрическими приборами, да, плойки, фены. Ну, а сейчас у нас такой век, без этих инструментов нельзя, да, потому что даже просто высушить волосы, на это надо время. И понятно, что уже, как вот раньше, да, мыли голову на ночь, там, этого сейчас нет, это все делается очень быстро, делаются ежедневные укладки, ежедневные прически, поэтому это масло, как нельзя, кстати, вот будет защита и предотвращение от пересушивания волос. Поэтому если, знаете, есть люди, которые постоянно утюжками пользуются, да, точно так же вот и, ну, допустим, люди выступают постоянно, танцуют, у них там определенные укладки, поэтому смело рекомендуйте наши масла, после них, даже после любой укладки, волосы будут жизненно красиво выглядеть, да. Следующее масло – это защитное масло. Защитное масло я хочу порекомендовать вот как раз у кого окрашенные волосы и точно так же для поврежденных волос, да. Оно будет, конечно же, укреплять наши волосы и делать хорошую защиту волосам. Поэтому все масла, я же говорю, их можно менять, их можно брать совершенно разные, да, и любое масло принесет вам просто восторг. Поэтому просто об этом рассказывайте своим знакомым, ну и, конечно же, пользуйтесь сами, потому что все начинается с нас самих, да. И еще раз скажу, что мои волосы, вот вы тоже, наверное, отметите, что они живые, да, они никакие не перепаленные, они никакого не тусклого вида, а очень яркие, красивые. И мне кажется, знаете, они даже усиливают рост волос. А если еще вот периодически перед мытьем головы делать массаж, да, вот вы нанесли на волосы, можно даже пообильнее, вот восстанавливающее масло, да, питательнее, нанесли, подержали и сделали массаж головы. У нас есть специально такие вот щеточки, да, можно просто ручками вот так вот массажи делать. И, знаете, это усиливает кровообращение, и оно будет поступать полностью, ну, на всю, на все наши такие вот нейроны, скажем так, да, и, естественно, это все в совокупности будет только нас омолаживать, будет только приносить нам красоту. Так, следующее, вот на что бы я сделала акцент, это, конечно же, наши краски для волос, да, они шикарные, они вот в такой вот красивой очень упаковочке, мне нравится, когда даже приносишь клиенту, ну, знаете, вот такая гордость переполняет, все очень красиво, да, даже упаковки, и то очень красиво. В чем преимущество наших красок, да? И почему их рекомендовать, и как важно именно сейчас их рекомендовать? Ну, дело в том, что, да, во-первых, сейчас у нас будут праздники, и прям я бы сказала, такие массовые праздники, да, это и Пасха, и Красная Горка, и майские праздники. Ну и, конечно же, каждая женщина, ну, вряд ли захочет быть там неухоженной, да, где-то там корни полголовы отросли. Конечно, сейчас каждая женщина будет искать краску для волос, чтобы покраситься, чтобы встречаться с друзьями, выглядеть великолепно. И мне кажется, мы как нельзя кстати, да, потому что, вы знаете, я вот даже, у меня есть клиенты, которые уже все перешли на нашу краску, они ее очень любят, да, и можно даже самим позвонить и сказать, ты знаешь, вот как раз про тебя подумала, потому что сейчас краска с очень хорошей скидкой, ну, как бы пора обновлять, да, потому что практически каждый месяц мы красим волосы, и, допустим, в чем преимущество наших красок, вот мне что нравится, да, потому что я не каждый раз крашу вот всю длину, потому что они не теряют волосы блеска, они не теряют цвета, и буквально я вот прокрасила все волосы, а потом 2 месяца могу прокрашивать просто корни и использовать вот пол тюбика нашей краски. Поэтому мне это тоже очень нравится, это тоже экономия денег. Ну и самое главное, да, что это еще комфорт для волос. И хочу сказать, что вот действительно после окрашивания нашими красками волос невероятно живой,
невероятно яркий цвет, роскошные оттенки, особенно вот мы говорили со своим партнером, да, что для тебя вообще можно каждый месяц менять новую краску, потому что волос короткий, да, одну, другую, третью, каждый месяц можно быть разной, да, и быть, ну, красиво каждый месяц, да, в разном исполнении. Конечно же, мне нравится то, что наши краски имеют очень такую мягкую текстуру. Вот вы, думаю, тоже подтвердите, что их очень приятно наносить. Очень легко такая вот кремообразная текстура, и она не течет. И знаете, вот, ну, я, допустим, уже давно пользуюсь красками, и как-то, ну, многие моменты уже упускаешь, забываешь, да. А клиенты, вот, когда первый раз берут, они говорят, что, слушай, она такая классная, она вообще не течет, так приятно, да, вот, вся ванна чистая. Поэтому это действительно так и есть. Следующее, то, что очень хорошо прокрашивает седину. Не надо бояться, да, вот, ну, есть там понятно, что говорят вот с ноликом, как бы не рекомендовать. Вы знаете, я на это не обращаю внимания. Если человек выдерживает 45 минут, да, вот 10 минут прокрашивает корешки, потом все остальное, да, то... Естественно, если выдерживать краску правильно, то она очень хорошо прокрашивает седину. Для милирования она, мне кажется, не годится, она не будет так вот особо высветлять. Это лучше делать у профессионалов, но реально вот седину она будет хорошо прокрашивать. Конечно же, нравится то, что придает блеск волосам, да, это действительно говорит о здоровье волос. И... ну, волосы смотрятся естественно, шелковисто, красивы. И очень важно то, что в нашем составе, да, вот присутствует льняное масло. Льняное масло очень благотворно действует на волосы, да. Сейчас, одну секундочку. Девочки, а ну-ка тише на полтона. У меня уже сегодня успели меня внучками наградить с утра. Поэтому они у меня шумные такие, немножечко иногда нас будут отвлекать. Я им сказала, говорю, бабушка сейчас будет выступать, они же у меня тоже выступают постоянно. Говорит, и тебе за это медаль дадут? Я говорю, да, мне за это медаль дадут. Ну, как видите, дико все равно невозможно их усадить. Но будем все равно работать вместе, да, потому что у меня внучки. Оно у нас очень крутое, да, в составе, это мы все ощущаем. И также очень крутой здесь бальзам для волос, и даже вот многие говорят, попросите, чтобы такой бальзам выпустили отдельно, пусть он будет очень дорогой, мы все равно будем его покупать, это так и есть, да, потому что даже если до этого у вас там был какой-то неудачный опыт, может сожгли волосы, может еще что-то, после наших красок это все реально можно восстановить, и после бальзама, ну, вы реально свои волосы не узнаете, и мне как-то дочь попросила покрасить свою одноклассницу, еще, когда училась в школе, да, сейчас она уже студентка, то я, когда ее покрасила, она просто, я аж испугалась, она говорит, она смотрит так на себя в зеркало, говорит, что это? Я думала, ей сначала, думаю, я говорю, что не так? Она говорит, у меня таких красивых волос никогда не было. Поэтому это действительно так, вот хорошо, что вы пишете комментарии, да, потому что ну, реально прочитывать, это все действительно вот из нашего опыта, и не бойтесь предлагать наши краски, потому что еще раз повторю, что за нами такая шикарная компания Oriflame со своими клиническими исследованиями, со своими 100% обещаниями, да? Да, и вот очень приятный аромат, не напрягает нас, да? Следующее, о чем бы я хотела, чтобы вы говорили, сейчас вот я найду слайд, да, потому что мне очень важно, чтобы вы не просто предлагали продукты, а правильно вот выстраивали предложение продуктов. А предлагаем мы сейчас разными путями. У нас сейчас прекрасные чаты, да, куда мы поместили своих клиентов, и это нам облегчило работу, нам не надо каждому клиенту приходить, мы в чатах пишем свои отзывы, мы рассказываем о продуктах, потом люди сами звонят и заказывают. И многие даже приходят сами и забирают заказы. Также
Плюс, когда мы, допустим, что-то мимо кодом покупаем, да, точно так же мы можем сделать акцент на наши шикарные продукты. Ну, сейчас очень много возможностей, да, как предложить наш продукт. Единственное, это надо делать правильно. И вот следующий такой момент, хочу вас прям обратить внимание, и, конечно же, пишите комментарии на нашу обновленную серию СПА. Вы знаете, я влюбилась в эту серию, я ее и раньше-то любила, а сейчас еще больше, знаете, как в мультике, да, я свою Мурку теперь в 3 раза больше люблю. Это действительно так, потому что это серия наслаждения. И сейчас мы с вами вот рассмотрим, какие там используются ингредиенты. И если вы по каким-то причинам еще не покупали эту серию и боитесь рекомендовать своим знакомым, как бы в том плане, что можно гели подешевле купить, можно там кремы подешевле купить, да, я хочу вас от этого отговорить, потому что сейчас вот такой тем более сезон, но оно и зимой, по сути, круглый год надо активно ухаживать и за лицом, и за телом, потому что кожа потом нас благодарит, и точно и вы это скажете, и я это скажу, что мы 100% не выглядим на свои годы, наши годы отображаются только в паспорте, да, а вообще и окружающие мы сами видим, насколько мы с вами выглядим моложе. Это все вот благодаря тем шикарным ингредиентам, которые компания так тщательно подбирает в нашей серии, да. И я вам скажу больше, что эту серию СПА любят не только женщины, полюбили, да, вот обновленную, а полюбили даже мужчины. Почему так происходит? А потому что эта серия, она очень шикарная, да, и я бы сказала, она не просто вот направлена на обычный уход, как мы привыкли думать, да, ну, помылась там мылом, ну, гелем там помылась, нет. Эта серия, она направлена вот на оздоровление организма в целом водой, да, во всех ее проявлениях. То есть каждый компонент, он усиливает действие водными процедурами, да, естественно, способна вот именно работать во всех проявлениях. Но я бы даже сказала, знаете, это тут, можно сказать, вот целый ритуал, да, который направлен, можно сказать, даже на на полностью вот омоложение нашего организма, да, на освобождение именно от шлаков, на омоложение и активацию всех обменных процессов в организме в целом. Это так и есть, потому что вы знаете, что этот раз вот, да, в эту серию были добавлены новые ингредиенты, и, конечно, это и морская соль, а мы с вами все очень любим море, да, и на море мы обо всем забываем, мы умиротворяемся, у нас такое шикарное настроение, такое хорошее самочувствие, да, потому что лечение происходит и водой, и солью, да, и водорослями, потому что эти все в сумме компоненты, они настолько благоприятно действуют на нашу кожу. Так вот, морская соль, она содержит очень хороший природный комплекс биологически активных макро- и микронутриентов. Она, ну, конечно, это и железо, и хром, и цинк, и если вот каждый компонент рассматривать отдельно, да, то мы с вами понимаем, что в совокупности они, естественно, будут и омолаживать кожу, и заживлять какие-то ранки, и подтягивать кожу, и увлажнять кожу. Поэтому вот эти, вот такой вот богатый микс, да, такой богатый состав, он и позволяет нашу кожу все время держать в тонусе, все время ее омолаживать, да. Ну, конечно же, она вызывает прилив крови и усиливает деление клеток эпидермиса. То есть, опять же, это все направлено на омоложение нашей кожи. Конечно же, ускоряет регенерацию поврежденных покровов. И морская соль – это отличное средство против стресса и спазмов. Поэтому она стимулирует нашу нервную систему, улучшает обмен веществ и, конечно же, прекрасно действует для тонуса кожи. Да? И очень такой шикарный у нас скраб с морской солью. Я думаю, вы его уже попробовали. Да? Многие мне говорили, люди, а как же тот скраб, он такой вкусный с имбирем. Помните?
Да, там очень тоже был классный скраб, очень вкусный на запах. Но здесь тоже, знаете, вот все направлено на умиротворение, поэтому, когда пользуешься такой серией, вот сразу такое блаженство на коже, знаете, вот сразу успокоение происходит. И не просто успокоение, а ты вот сразу чувствуешь прилив сил, да, и запах такой вот, запах моря, такой вот нежный бриз, да, вот когда вы лежите на море, балдеете, особенно вот или рано утром, да, когда вот нету палящих лучей солнца, или когда уже вечер, да, поэтому я каждый раз, когда пользуюсь этой серией, у меня такое чувство, что я на море, да, и прямо чувствую, как море за мной скучает, не могу дождаться, когда в следующий раз будем на море, да. И, конечно же, не могу не сказать, что сюда входят две таких вот замечательных, крутых, даже не просто замечательных, а крутых морских водорослей, это Каролина и Алария. Вот можете более подробно об этом сами почитать, да, потому что Каролина, она является водорослью, ее называют королева моря, по ее ценнейшим свойствам, да. Она действительно вот содержит ферменты, содержит аминокислоты, ценные микроэлементы. И плюс активные вещества каролины способствуют нормализации кровообращения и убирают избыточный подкожный жир, да, о чем мы так все мечтаем. И вот представьте, пользуемся такими шикарными кремами и плюс еще улучшаем свою фигуру, да, и не просто вот состояние кожи и всего организма. А алария тоже не менее значимая такая водорость, да, она улучшает защиту кожи, она стимулирует выработку коллагена, а вы знаете, именно коллаген и эластин продлевают молодость, да, она восстанавливает эластичность кожи, обладает лимфодренажным действием, это тоже очень важно для нас, да, оказывает эффект лифтинга, ну и, конечно же, еще раз повторюсь, в совокупности это делает нашу кожу очень гладкой, очень мягкой, подтянутой, ухоженной. Ну и в целом весь организм успокаивается и в то же время наполняется жизненной энергией. И также тут в этой серии содержится целый микс таких масел, как канолы, ши масло. Я очень люблю и знаю значение этих масел. Масло кокоса, масло сладкого миндаля. Поэтому, если вы вот собираетесь в отпуск, да, то я вам обязательно эту серию рекомендую. Ну, скраб на море я не рекомендую, потому что, ну, не нужно делать эти процедуры, потому что мы все-таки там очень много находимся на солнце, и не надо кожу лишний раз травмировать. Приедете, сделаете это дома. А вот все увлажняющие, плюс немаловажно, вот я сейчас не поставила, но у меня там уже капелька осталась, вот мусс, да. Почему рекомендую мусс для купания? Потому что, вы знаете, мусс-гель, его только вот наносишь на кожу, да, вроде он как гелеобразный, только начинаешь ручкой к нему прикасаться и водить по телу, он сразу такую превращается в пышную пену мусс. И уже такие ощущения сразу обалденные, поэтому очень вам рекомендую эту серию и скажу еще за эту серию, что она вот не просто наполнит энергией, да, а благодаря вот тому миксу, тому составу, о котором я вам сейчас рассказала, она имеет в два раза больше всех увлажняющих компонентов, которые находятся в обычных кремах. А это нам так необходимо для кожи, да, и естественно, ну, это благоухание вы, конечно же, ведете в восторг от этого всего. И еще вот там такой прекрасный набор по уходу за лицом, да. Я вам тоже его рекомендую, потому что это тоже салонная процедура у вас дома. И точно так же рекомендую на подарки. Потому что зачастую люди думают, господи, ну какой бы сделать презентик, там трусь надо или еще что-то, да. Так вот такой шикарный набор, 100% понравится и вашему человечку, если вы подарите, и 100% понравится вам, потому что это тоже глубокая очистка лица в домашних условиях. Напишите, пожалуйста, вы меня слышно, а то что-то так тихо стало, думаю, может, нам уютно. И точно так же мы от солнечных лучей получаем
и не очень такие вот хорошие действия, да, поэтому обязательно нам эти средства все нужны, и обязательно мы должны ними пользоваться. И за что я еще хотела сказать, да, да, вот Оля правда пишет, что спешите взять из основного каталога, потому что скидки суперские, девочки, это те продукты, которые, ну, вы можете, ну, каждому человеку предложить, и потом, когда будете спрашивать, понравилось ли вам, они только будут вас благодарить, это 100% так. И мы идем дальше, да, и что хочу вот дальше вам сказать, хочу сказать за автозаган, да, но это действительно вот такой вот, ну, сказать, бьюти-тренд весеннего сезона, да, который мы себе можем устроить с автозагаром. Потому что вот такие мы синюшненькие сейчас выйдем на улицу, да, с такими вот белесыми ножками, и как бы, знаете, вот не очень красиво, да, смотрится, особенно вот кто уже там, может, начал на огороды ходить, да, ножки, ну, кто-то еще не открывает, еще не настолько жара, да, кто-то открывает, потом вот, допустим, мы по улице ходим, допустим, часть декольте у нас загорает быстрее, да, руки там быстрее, и потом, когда мы меняем, допустим, кофточку или платье, и некрасиво, вот такой вот кусками какой-то загар, да, и сейчас, вот как я сказала, такой у нас есть бьюти-тренд, автозагар, и не просто автозагар, потому что у нас есть и кремообразное, и естественно, люди не всегда его наносили правильно, да, и говорили, что мне не сильно там понравилось, какие-то полосочки там у них возникали. У меня, честно сказать, никогда этого не было, потому что я сначала очень хорошо, тщательно рукавичкой отшелушивала нашу кожу, а потом уже наносила автозагар, да, и не сразу много, а это все делать постепенно. То сейчас компания вот сделала в виде спрея, очень комфортно, я вам скажу, да, потому что брызну, и буквально вот в течение 3 часов, за несколько раз, когда мы брызгаем на тело, мы получаем такой очень красивый загар, это действительно так. И этот автозагар, я вам скажу, ну, реально надо иметь у себя в косметичке, да, или там на своей полочке, потому что, опять же, вот, допустим, хора, банкет директоров, да, и, ну, очень красиво, когда кожа однородная, да. Если вы там где-то неправильно загорите, да, или там ну, где-то вот выступает неправильно, футболку там видно, загар, еще что-то, то вы всегда все это можете за 3 часа поправить. Поэтому такая штучка обязательно нам нужна. Ну, и сейчас, конечно, наши синюшные ножки, это нас спасет. То есть мы с вами в любое время года можем выглядеть великолепно. Точно так же и зимой, да, но я, допустим, вообще противник вот этих всех искусственных загаров, да, особенно сейчас, когда во всех ослаблен иммунитет, когда люди неправильно питаются, когда не употребляют достаточное количество витаминов, но зато они хотят просто иметь какую-то красоту, бегут в эти искусственные загоралки, да, и получают, ну, зачастую не очень такие вот хорошие моменты для кожи, поэтому я за натурально, да, я за то, чтобы пусть лучше немножко больше времени выделить, но зато ты натуральный, ты понимаешь, что ты только несешь здоровье, да, а не просто вред своему организму, чтобы побыть там какое-то время красивым. И в чем еще уникальность этого спрея? Потому что здесь содержится гиалуроновая кислота. Ну, если вы вот следите за модой, да, то гиалуроновая кислота, она сейчас на пике популярности по ее таким вот шикарным качествам увлажнения, да, по действию ее шикарному. Поэтому гиалуроновую кислоту сейчас мало того добавляют в уколы, делают уколы, да, для того, чтобы подкалывать, там, возвращать молодость. Ее даже сейчас подкалывают в колени, кого сильно болят колени. Но еще раз повторюсь, вот нам большой такой плюс, потому что практически в каждых наших средствах содержится гиалуроновая кислота. И мы это с вами делаем просто обычными простыми движениями, да, а для организма делаем очень большую пользу. Еще раз скажу, что одна капсула гиалуроновой кислоты удерживает 1000 молекул воды. Представляете, 1000 молекул воды.
Поэтому гиалуронка сейчас на пике популярности, да, естественно, об этом все знают, и это очень большой плюс и в косметологии, и вообще в жизни в целом. Ну и, конечно же, не могу не сказать про средства против загара, да, потому что мы каждый год на море, и я эти наши средства все обожаю, я ними люблю пользоваться, и, знаете, вот действительно на море вы, на огороде, просто там на речку ходите, да, вы же видите, что, ну, какое сейчас активное солнце, да, какие ультрафиолетовое излучение, оно вот, ну, не очень хорошо действует на нашу кожу, да, из-за озоновых этих разных дыр, а зачастую пагубно сказывается на коже. Поэтому обязательно мы должны использовать разную защиту, да. И зачастую, вот, когда мы приходим вот с таких вот мест, да, или там с прогулок определенных, в лес сейчас начнут все ходить, и мы видим, что наша кожа вот такая стала грубая, да, такая вот теряется эластичность, ну, нет вот этого сияния кожи, да, поэтому обязательно, обязательно надо пользоваться вот этими вот средствами. И я вам скажу, что наше средство после загара, оно содержит экстракт алоэ вера, а вы знаете, насколько оно ценно своими свойствами, да, оно очень хорошо успокаивает кожу, можно даже сказать, мгновенно успокаивает, даже если вы где-то немножечко пережарились на солнышке, да, плюс оно очень хорошо увлажняет нашу кожу и охлаждает, поэтому такое вот, такое средство после загара, такое средство после загара, оно прям вот, знаете, настолько вас порадует, настолько порадует вашу кожу, и буквально даже просто первым прикосновением вы уже почувствуете, насколько это классно, да. Ну и, конечно же, здесь содержится витамин Е, который очень хорошо защищает нас от свободных радикалов, да, и, конечно же, способствует омоложению. Плюс в этой серии содержится масло шии, а мы знаем, что масло шии, оно богато липидами, да, имеет питательное, защитное, смягчающее средство. И плюс масло шии благотворно действует на подтяжку нашей кожи, да, на подтяжечку наших растяжек. Там, где входит масло ши, наши растяжечки, вот, они становятся менее заметными, потому что они подтягиваются. А если растяжки розовые, да, и мы берем наши крема для подтяжки тела, для подтяжки груди, да, то, естественно, розовые растяжечки мы можем вообще убрать, просто если не потеряно время. Да, поэтому масло ши в составе, это очень классно, это очень такой деликатный уход, да, очень хороший омолаживающий эффект. Ну и еще что хочу вам сказать, что кто себе приобретет средство после загара, после того, как вы ним натрете, да, тело ваше, нанесете на тело, у вас кожа станет как на картинке глянцевого журнала, потому что вот когда вы смотрите на картинку, да, как красиво вот такое сияние, вот такое же действие делает именно средство после загара. Поэтому обязательно его приобретайте. Рекомендую вам очень, да. Так. Следующее, какое я бы выделила средство, которое мы должны с вами рекомендовать. Как вы думаете, какое будет следующее средство? А следующее средство у нас будет не менее крутое, да. Это, ну, не знаю, одна из моих, наверное, сейчас фаворитов тональной основы. Я вам сейчас покажу, что она не просто тональная, да, а вот видите, тут капелька, раз, и все. И буквально двух капель достаточно для того, чтобы вы были красоткой. Ну и, конечно, наши румяна. Вот такие вот шарики. Ой, я взяла пудру, но у меня и румяна есть. Такие же, я их очень люблю. И давайте вот про них поговорим более подробно, да, потому что вы видите, скидка очень большая, и компания не случайно для нас делает такие скидки. Я вообще не знаю, как в этом каталоге себя успокоить, наверное, я не буду этого делать, да, наоборот, когда такие скидки, надо пополнять свои запасы, надо пополнять косметичку, да, потому что эти все средства, они не будут у нас лежать мертвым грузом на полочке. У меня, я не знаю, как у кого, у меня вообще ничего не лежит. Я обязательно всем пользуюсь, мне все нравится, мне доставляет все комфорт.
И давайте вот расскажу вам за тональную основу Плюит Джордани Голд. Ну, вообще очень люблю серию Джордани Голд, потому что она еще антивозрастная, да, то есть она уже борется со всеми признаками старения. И, знаете, вот меня всегда радует то, когда ты видишь, сколько тебе лет в паспорте, да, и думаешь, боже мой, вроде еще не жила, уже столько лет, да, то я всегда себе говорю, что благодаря нашим средствам мы никогда не будем выглядеть на свой возраст, да, мы всегда будем выглядеть моложе. Поэтому компания делает все, чтобы мы с вами выглядели красиво и молодо. И если говорить вот именно за тональную основу Плюит, то я вам скажу, что на сегодняшний день это не просто средство, да, это очень модное средство, очень модное, да, во-первых, слово «плюит», во-вторых, то, что это идет именно с пипеткой, да, то, что достаточно буквально двух капель для красоты, и еще то, что она жидкая, она не похожа ни на какую другую основу, и вначале вот это людей немножко пугает, да, они так открывают, говорят, боже мой, она скорит, какой с него будет пол. Так это я вам скажу только на первый взгляд, да. И вы знаете, вот когда компания делала запуск, если помните, она сначала пробнички нам предложила, да, и я взяла пробник и нанесла весь пробник. И как-то я ее не поняла. Почему не поняла? Потому что там же намного больше, чем две капельки, да, а наложив на себя весь пробник, что я получила? Я получила эффект маски, да, и такой вот, знаете, вот немножечко некомфорт, думаю, боже мой, что-то непонятное, да, но потом, ну, я же понимала, что буду предлагать клиентам, да, я заказала несколько пробников разных оттенков, и уже на следующий раз я открыла другой оттеночек и наложила совсем капельку. И все, это стала моя любовь, да, потому что реально, во-первых, экономично, да, вот для тех, кто смотрит на цену, я вам скажу, две капли, может даже у кого идеально гладкое лицо, может быть даже и одну, но две капельки, когда вы наносите на свой столик, на свою ручку, да, и потом наносите на лицо, это просто супер, этого достаточно. Кстати, она у меня сейчас на лице, я думаю, видно, да, насколько кожа красивая, сияющая. И что хочу еще сказать, что она за секунду преображает вашу кожу, за секунду. Вы знаете, прям сразу это действие вы только вот ведете, а она уже кожу вашу преображает, омолаживает, делает ровной, гладкой, шелковистой. Действительно, вот обеспечивает покрытие, которое смотрится абсолютно естественно. То есть никто вам не скажет со стороны, что у вас на лице тональная основа. Настолько естественно смотрится, настолько гладко и красиво. Плюс еще здесь содержатся оптические микрочастички, которые наполняют нашу кожу сиянием. Мне вот, не знаю, как вам, мне кажется, даже видно, что через экран кожа сияет, да? Вот кожа светится здоровьем. Конечно же, выравнивает и придает молодой вид. Это то, к чему мы с вами все стремимся, да, быть молодыми и красивыми. Ну и самое важное то, что при нанесении вот это вот сливочное, легкая жидкая текстура превращается в невесомую бархатную текстуру. Вот реально, я думаю, вот многие из вас уже пользуются, пишите отзывы, она превращается в бархатную текстуру. И знаете, после нее вот совершенно не хочется накладывать пудру, но оно, наверное, и не надо, потому что вот как вот и тени-трансформеры, да, вроде жидкие наложила, они уже все сухие. Поэтому я влюблена в эту тональную основу, и что немаловажно, в этой тональной основе очень большой фактор защиты, SPF 12. Поэтому на лето это просто супер, просто супер. Единственное, я вам хочу сказать, что обладателям очень сухой кожи может быть некомфортно. Особенно для тех людей, которые до сих пор не пользуются кремами, да, а сразу вот пользуются тональной основой. Они таким образом, по сути, и убравляют свою кожу. Да, они ее пересушивают, и все. Потому что влага в тональной основе, она быстренько впитывается в кожу, а то он остается. И никакого действия, которое
должно нести каждое средство, и крем, и тонально, да, они не получают 100%. И у них, да, может сушить кожу. Но опять же, тут все индивидуально, поэтому если хороший уход, да, плюс у нас еще основа джордановская, да, или какую вы используете, вот тот крем, да, вот основу тональную, то, естественно, может этого и не быть. Поэтому, если вы сомневаетесь, и у вас сухая кожа, лучше, конечно же, приобрести пробник и попробовать пробнички, да, для того, чтобы получить вот массу комфорта. Но обладателям жирной и комбинированной кожи, вот как у меня, ну, я вам даже рекомендую без пробника. Вы просто получите комфорт, наслаждение, да. И, конечно же, я вам еще скажу такое, что флюид и вообще флюид с пипеткой найти достаточно сложно. На сегодняшний день такое ультрамодное средство есть только в люксовых декоративных брендах. Это Dior и Helena Rubinstein. Представьте, и у нас в компании Oriflame. Поэтому это еще такое вот наше ноу-хау, которым мы можем гордиться, о котором мы можем говорить, да, и можем вот говорить, да, крутяк, девчонки, это крутяк, потому что всего лишь в двух брендовых косметических марках, да. Поэтому, не знаю, мне она очень нравится, я от нее балдею, и вам советую точно такие же балдежные ощущения получать. Ну и следующее, о чем я хотела сказать, конечно же, это наши румяна. У нас их несколько видов, да, и праздничные выпуски с сиянием, где натуральные частички золота содержатся. То есть у нас такой вот шикарный ассортимент продуктов такого высокого качества, что каждый раз один восторг, да. И что хочу сказать о румянах. Ну, прежде всего то, что они изготавливаются вручную, да. Понятно, что там делают такие шарики, потом загружаются в специальные машины, я сейчас долго не буду об этом говорить. Но сам факт, что они изготавливаются вручную, представьте, какой это кропотливый труд, да, и изготавливаются они в Италии. И важно то, что они запекаются в печах при температуре не больше 70 градусов. О чем это говорит? Что все полезные минералы здесь сохраняются. И такие шарики, они служат очень долго, да, до 4 лет, нам, поэтому не бойтесь, что ну, будет какой-то там непонятно, там, они не испортятся. Нет, они не испортятся, потому что они запеченные, да, и выдержаны по всем стандартам для того, чтобы они еще нашу кожу питали и минералами. Поэтому обязательно, я вообще без румян себя не представляю. Я по типу осень, да, и у меня такое, вот все вы меня видели, знаете, рыженькое лицо, и если я просыпаюсь, у меня нет румянца, у меня такой, как я себя оценила, такой бледный, болезненный вид. Поэтому я даже вот перед тем, как наносить макияж, я сделала уход за лицом, и я сразу наношу румянчик на щечки. Лицо такое преображается, тогда мне уже так классно, думаю, о, сразу выздоровела. И дальше делаю уже полноценный макияж. Поэтому те люди, которые считают и говорят, что я не хочу быть как Дед Мороз, вы не будете как Дед Мороз, это просто здоровый румянец на лице, который просто будет вашу кожу заставлять сиять, да, и, естественно, только, и точно так же вы будете очень красиво еще на фото смотреться, да. И плюс в летний период времени я вам рекомендую вот не только использовать их как румянец, да, а еще использовать и на зону декольте. Потому что когда мы наносим на зону декольте, идем там в открытом платье, да, или там футболка такая достаточно открытая, а микрочастички вот эти вот, которых мы не видим, да, они тоже вот отсвечивают нашу кожу, и кожа светится здоровьем. Ну и еще, конечно, у нас много и отдельных, и хайлайтеров, и вот сейчас вышла новая палитра, да, где румяна, хайлайтер и корректор. Но вы точно так же можете сделать 4 перегородочки, допустим, с картонки, или есть специально такие вот перегородочки, да, и разделить наши шарики по цвету и использовать их тоже, допустим, розовое, как румянец, да, допустим, коричневое для контуринга, можно шейку двойную, у кого появилось, спрятать вот так вот незаметно, да, то есть все в наших руках. Очень интересное средство, очень мое, одно из любимых средств, я вам тоже рекомендую его использовать.
Ну и следующее, о чем бы я хотела с вами поговорить, конечно же, это ароматы, да? И вот эти вот два аромата, я не могла за них не сказать, да, потому что они сейчас в очень такой хорошей, большой скидке. И это ароматы восточные, а восток дело тонкое, да. И это ароматы бестселлеры, и это ароматы, которые полюбили наши клиенты, которые их ждут. И два аромата совершенно разных, в такой вот красивой, да, красивой очень упаковочке, такой красивый флакон. И давайте я вам немножечко о них расскажу, да. И помните, вот как говорила Коко Шанель, да, что люди забудут, во что вы были одеты, но аромат ваших духов останется в их памяти надолго. Это действительно так, и зачастую мы вот воспринимаем человека уже по его аромату, да. А есть такие вот еще, которые очень любят, допустим, долгое время пользоваться одним и тем же ароматом. Я, конечно, не сторонник этого, потому что мы постоянно меняемся, постоянно у нас разные встречи, разные ощущения. И если даже, не дай бог, по каким-то причинам не очень хорошее состояние настроения, мы его можем легко исправить ароматом. Поверьте, это так, потому что эти ингредиенты, которые содержатся в ароматах, они буквально за полсекундочки готовы сразу же поменять наше настроение. Да? Хотя я скажу, что это начинается даже с ванной комнаты, потому что у нас есть шикарное средство с аромамаслами, да, с нашей серии Essence Co. Если вы, допустим, используете гель для душа или с бузиной, или с лимоной и вербеной, да, то буквально только нанесли на тело, уже забыли, что что-то там было не так, уже настроение классное, уже хочется парить, уже хочется что-то делать, да. Ну и давайте об этих ароматах. Конечно же, восточные, шипровые и древесные ароматы мы больше, ну вот так вот как-то привыкли использовать в холодное время года, да, когда нам хочется согреться, хочется какого-то дополнительного тепла, вот уюта, замотаться в шаль, да. И эти ароматы, вот они, естественно, согревают, и нам чаще хочется пользоваться такими ароматами. Или их используем в вечернее время, да, часто мы слышим, что это вечерний аромат, да, это так. Но, поверьте, на Востоке такими ароматами пользуются постоянно, постоянно, да, потому что там женщина, она хранительница очага во всей своей красе, да, она должна ублажать мужчину, да, должна вот, ну, подавать ему красиво выглядеть, благоухать, поэтому Восток дело тонкое, да, они знают в этом толк, поэтому вот у них это ароматы на круглый год. И я вам скажу со своих наблюдений, то же самое, вот уже многие, которые влюбились в эти ароматы, они не ждут ни лета, ни зиму, да, они ими пользуются, они им нравятся, и это, наверное, очень хорошо, да. Поэтому, если брать вот аромат амбар-эликсир, вот который у нас справа, да, вот янтарный такой, да, то в этом аромате действительно вот воплощение всего лучшего, что может быть в восточном аромате, да. Я думаю, вот кто его нюхал, вы со мной согласитесь. Этот аромат, он исключительно восточный. Этот аромат посвящен амбре, посвящен янтарю. И даже цвет вот обыгрывается в дизайне флакона, да, очень такой крутой, очень яркий такой, солнечный, теплый, да. И очень такой он еще и вкусный, он очень шлейфовый, да. И, как говорят за этот аромат, он сладкий, как пахлава, и тягучий, как мед. Очень жаркий аромат, да, очень романтичный. Аромат соблазн, аромат загадка. И, как я уже вам сказала, на Востоке знают ток вот в этих композициях, да, поэтому это чисто восточный аромат. И плюс еще, конечно же, такие ароматы, они самые стойкие. Они держатся очень хорошо, они держатся очень долго, и многие их вот поэтому любят и покупают, да. И я вам скажу, вот из моей практики, эти ароматы в большей степени приобретает молодежь. Они у нас сейчас такие вот все продвинутые, да, и вот у меня лично их очень часто покупают молодежь.
Ну и второй аромат, вот я его показала, у меня он есть, да, он мне тоже очень понравился. Это уже фланкер аромата амбар-эликсир, да, амбар-эликсир кристалл. То есть это уже двойник продолжения этого аромата. И этот аромат тоже, он восточный, и он точно так же стал бестселлером для многих, да. И направление этого аромата восточный, цветочный и с уникальным морским аккордом. И я вам скажу, на сегодняшний день морской аккорд на пике популярности. То есть мало того, что восточный аромат, да, но еще вот эта вот свежая нотка, морской аккорд, оно придает вот аромату такую вот чувственность, такую неповторимость, искристость, да, свежесть определенную. И за этот аромат, за этот флакон мы можем сказать, что балтийский янтарь плавно переходит в деликатный букет из цветов, да, совершенно вот два разных аромата, но очень красивые, очень утонченные, очень чувственные и очень, конечно же, игривые. И еще хочу сказать, что ни один мужчина не устоит перед этими ароматами. И как говорила моя клиентка, я, говорит, отомщу мужу, я говорю, Господи, что ж так, как ты будешь ему мстить? Она говорит, мы поругались. И он сказал, типа, вот посмотрим, как ты первая будешь меня упрашивать. Она говорит, ну-ну. Говорит, я вечером возьму, и не возьму, а взяла, говорит, и нанесла этот аромат. Естественно, мужчина под таким ароматом растает. И, естественно, первый помирился. Поэтому мы, женщины, можем с вами все, да, и даже ароматами покорять мужчину. Поэтому, ну, мстить, конечно, некрасивое слово, да, лучше обольстить, мне это больше нравится, лучше обольстить своего мужчину вот таким вот шикарным ароматом. Ну, мне кажется, вот такая вот важная коллекция, которую мы с вами перебрали, и мне бы очень хотелось, чтобы вы именно в каталоге делали акцент на эту коллекцию, да, и на краски, и на уходы, потому что, ну, это самое важное, от чего люди получат результат, и потом, естественно, будут постоянно ждать ваши каталоги, будут сами спрашивать, что новенького, да, что ты мне можешь посоветовать, посмотри, какая у меня стала кожа красивая, какие волосы ухожены. И следующее, что я вам хочу посоветовать, это, конечно, вот наши крема, и это не просто кремы, да, это кремы с ароматами, и вы можете их подобрать вот вместе с такими вот водичками, и обратите внимание, сейчас идут в паре в скидке и мини-водички, да, вот такие, вот они у нас очень, кстати, удобно, приходят вот в такой вот упаковочке, я себе тоже вот оставила. В чем преимущество, допустим, вот этих водичек, да? Ну, во-первых, благодаря вот такому маленькому флакончику мы с легкостью можем поместить в любую косметичку, в любую сумочку, также. И очень важно, вот когда у нас есть любимый аромат, мы его с утра нанесли на себя, пошли красиво, пошли уютно, да, а в течение дня, когда мы дополняем аромат, мы опять получаем всплеск вот этих вот хороших эмоций, да, вот этого заряда энергии. Поэтому очень важно всегда достать и обновить аромат. Это раз. Во-вторых, вот благодаря вот такой маленькой упаковочке, да, мы можем сразу в своем арсенале иметь все любимые воды. Ну вот сколько их по скидке там, да, сколько там, 7 штук, да, мы можем сразу иметь у себя 7 разных ароматов, да. И, допустим, один у нас утренний, второй вечерний, третий соблазнительный, четвертый просто захотелось новых ощущений. Это тоже очень классно. И очень классно то, что мы можем их брать в паре с кремом, да, и, естественно, это будет усиливать аромат. И я вам еще вам дам такую рекомендацию. Всегда, вот если вы хотите, чтобы держался даже легкий аромат подольше, обязательно берите его с кремом, да. И крем наносим на запястье, за ушком можно нанести, да. И потом, когда вы брызгаете сверху аромат, это все усиливает запах. И это все надольше сохраняет запах. И есть такие люди, которые летом вообще не пользуются, ну, бывают люди аллергичные, там разные моменты бывают в жизни, да, и есть люди, которые летом говорят, я ароматы никакие не использую. Так вот, таким людям мы 100% можем порекомендовать наши кремы,
Потому что, когда вы наносите крем на кожу, он не просто дарит вам ощущение комфорта, да? Он прежде всего ухаживает за вашей кожей, он ее смягчает, он ее омолаживает. И в то же время он придает такой вот тонкий, изящный аромат, да? И вот это уже сколько раз мы проверяли, допустим, вот Позе сам по себе очень такой насыщенный, тонкий, насыщенный аромат, да? А вот крем намного мягче, намного шлейф такой утонченный. Поэтому таким людям, вот, которые даже Позе, ну, пока что там они думают, что это не их аромат, да, у меня так уже было со многими клиентами. Сейчас они, как я раньше могла его не понимать, потому что это тоже аромат соблазн, да, то крем, вот, когда вы наносите, да, это совершенно другие ощущения. И сейчас, вот, завтра мы ждем первые заказы, вот, знаете, у меня уже много заказали кремов, и не просто, а вот именно Позес, Амбер, да, то есть крема соблазна, потому что уже единожды попробовала, люди, естественно, хотят вот такую ауру, такую гармонию получать постоянно. Поэтому скидка сейчас и на мини-водички, и на эти крема просто великолепная. Рекомендуйте. И еще скажу, что парфюмированные крема, они у нас очень легкие, впитываются моментально, поэтому даже если вы думаете, что вы опаздываете, это буквально полсекундочки пройтись по телу, но счастье на целый день. Поэтому очень вам рекомендую иметь в своем арсенале такие продукты, да, и, конечно же, предлагать вашим любимым клиентам. Ну и следующее, о чем я хочу с вами поговорить, это про наши крема. У меня там целая тумбочка, да, и скраб для ног, и с плюсиком, и все-все-все, я их очень-очень люблю, потому что, знаете, вот, как говорили мудрецы, все болезни начинаются с ног. Или здоровье начинается с ног. Вторая фраза мне больше нравится, здоровье начинается с ног. Это действительно так. Если по каким-то причинам люди думают, что им не нужны крема для ног, они глубоко ошибаются, да, потому что, как говорят, ой, у меня пятки там не шелушатся, да, поэтому мне не нужен крем для ног. Ножки наши, они еще больше требуют ухода, потому что они на себе носят наше еще тело, да, представьте, какой напряг они получают в течение дня. И самое главное, что им точно так же надо увлажнение, точно так же надо питание. Если вы хотите иметь здоровый, красивый организм, то начните уход с ног. Поверьте, это действительно так. И не хочу сейчас говорить о болезни, я бы как медик могла многое вам сказать, да, какие вот процессы происходят с ногами, но не буду об этом говорить, будем говорить о красоте. Но хочу сказать, что они действительно дарят нам комфорт, они нам дарят питание, они ухаживают наши кремы для ног, чтобы у нас не трескались пяточки, чтобы они были гладкие, шелковистые в любом возрасте. И знаете, вот очень неприятно наблюдать, когда идет женщина вся такая ухоженная, распухыренная, с огромным макияжем на лице, да, и ты так вот перевел взгляд на ноги, а у нее такие вот неухоженные, некрасивые пятки. Поэтому обязательно рекомендуйте крема для ног, тем более в таком вот большом объеме, да, очень выгодно брать. И формулы тут, конечно, очень разные, поэтому вы можете брать их, менять, можете, не знаю, через день там использовать. Это все ваше личное желание, да, но я хочу сказать, что любой крем, какой бы вы ни взяли, он принесет только комфорт. И какие шикарные ингредиенты, да, и вот пчелиный, и авокадо, и масла входят. И это точно, что они восстанавливают очень быстро. И знаете, может быть, где-то и придется раз уговорить человека на крем для ног, который не хочет, да, но потом, поверьте, он сам, вот как у меня это делает, они сами спрашивают, какой сейчас крем, зачастую даже люди покупают без скидки. И еще вот такая, ну, обратили внимание, что в большом объеме еще вышел наш любимый крем с авокадо, да, с маслом авокадо, он был только в маленьком. У меня одна клиентка его взяла, даже потом тюбик не выбрасывала, она говорит, таких кремов я еще, говорит, никогда не пробовала. Потом мне этот тюбик принесла, говорит, вы помните? Я говорю, да я и так помню. И еще вот одна новинка, которую мы уже давно ждали, она у нас как-то ушла, и все расстроились. Да, это тарт для ног. Тарт для ног – это как пудрочка для лица, да? Ну, во-первых, многие
ходят в кроссовках и летом, да, сейчас мода определенная, если непонятная, и летом и ходят в кроссовках, да, в закрытой обуви. Так вот, как мы можем насыпать обувь, допустим, вечером насыпали, чтобы вот неприятные запахи, потому что зачастую обувь покупают некачественно. Тальк помогает убрать все неприятные запахи. Плюс тальк, он как адсорбент. Он убирает вот эту вот ненужную влагу, да, и дает ощущение комфорта. Мы можем притальковывать наши ножки, да, они вот действительно будут как адсорбент впитывать влагу, будет очень комфортное ощущение на ногах, да. Естественно, даже если в босоножках, он невидимый, я это точно знаю, потому что покупала раньше. Ну и, конечно же, очень приятный аромат, да, и не просто, а состав подобран так, чтобы вот как раз наши потовые железы, которые у нас выделяются, да, при ходьбе, ну и вообще постоянно пот выделяется, да, они вот это все будут убирать и переводить только в благо, да, то есть только приятное ощущение от ног. Ну и, конечно же, не могу не сказать за спрей для ног, потому что это мое любимое средство и летом, и зимой, да. Кстати, его можно вот, обувь мы уже зимнюю поубрали, да, но вам скажу такой вот небольшой секретик, его можно еще набрызгать спрей, набрызгать в сапоги, просушить, да, там буквально несколько секунд. И будьте уверены, что с вашей обувью ничего не случится, да, потому что многие там антимоль покупают, на вот такое. Я всем рекомендую спрей. Ну и плюс, если мы спрей набрызгиваем на голую ногу, да, вот просто на мытые ноги, то он очень хорошо в течение дня борется с отеком ног, да, то есть ножки не будут отекать. Очень такой комфорт, да, если вы много ходили, устали, вы можете прийти точно так же быстренько запшикать спреем, потому что он такой несет охлаждающий эффект, он сразу убирает, если там у кого-то есть неприятный запах, да. Ну и я вам скажу, я еще вот в совокупности, у меня сейчас не болит косточка на ноге, я вам говорила, что и смягчающее средство помогло, и массажи, я постоянно хожу в бассейн с массажными, да, элементами, и, конечно же, спрей. Вот, ну и у меня осталась привычка, я до сих пор перед выходом из дома обязательно брызгаю именно на косточки для того, чтобы облегчить работу своим ножкам, потому что оно, мне кажется, знаете, вот имеет такой эффект мини-замораживания, да, очень приятное ощущение, и целый день легкость в ногах, поэтому обязательно рекомендуйте наши такие вот прекрасные средства. И это то вот основные продукты, которые я бы хотела, чтобы вы делали на них акцент в этом каталоге, да, они в крутейшей скидке, они с шикарными формулами, они подарят комфорт и молодость нам. И потом, когда вы вот эти вот продукты шикарно предложили, то есть даже оставляя каталог или написав свои чаты, да, то потом, как вы думаете, вот такие продукты, как тарь для тела, да, как, что у нас, вот тарь для тела по скидке, да, как, допустим, интим-гель, то есть как новые дезодоранты, преимущество наших дезодорантов, потому что они без спирта, это очень-очень важно, да, уже, знаете, мне кажется, вам не надо будет труда предлагать. Люди такие продукты, они видят сами, они видят большие скидки. И они уже говорят, ой, мне еще там так для тела, потому что лето, да? Ой, мне еще дезодорант, потому что новая серия, хочу попробовать. А старая мне очень нравилась, кстати, обожаю. Еще у меня кремовый любимый дезодорант, да? Поэтому вот эти продукты, они уже как в нагрузку, люди сами будут вам заказывать, да, потому что они их уже знают. И, не, и еще точно так же наша тушь 5 в одном, да, но уже она не требует рекламы. То есть люди сами видят скидки, и это уже как дополнение к вашему заказу, к тому основному заказу, который мы сейчас с вами собрали в нашу корзину. Ну, а я заканчиваю свое выступление. Я, да, делайте умный каталог, правильно, Светочка? Подписками, смайликами. Это очень-очень важно, да, как вы там выдумки разных свои используете, но это действительно работает. И мне кажется, что в этом каталоге у нас будет еще и очень много новых званий, потому что, глядя по нашим чатам по бизнесу, да, сколько туда подключается людей, и глядя на те скидки, на те продукты, которые нам сейчас, можно сказать, раздает компания по такой смешной цене, продукты такого высокого качества, такими шикарными формулами, да, ну, мне кажется, не знаю, это просто будет какой-то бум в этом каталоге, да,
мы всех затмим своей продукцией, потому что действительно это так и есть. И я благодарю, что вы этот час были сегодня со мной ранним утром.